Полуторакилометровая пробка – ежегодная отличительная черта Радоницы. С самого утра до позднего вечера нескончаемой вереницей сюда едут машины на православное кладбище, и сюда идут люди. Ширина дороги не более 3 метров, трасса вся разбита, если это можно назвать трассой, но ежегодно о расширении дороги последнего пути на православное кладбище вопрос не стоит. Многие горожане предпочитают не маяться на жаре, а идут на кладбище пешком, напрямки, срезая дорогу. Благо, теплая погода основательно подсушила землю, и риска провалиться в грязь нет. Правда, те, кто все же доехал, на транспорт не жалуются. В этом году транспортники сработали на ура. В прошлом году мы вообще пешком шли от перекрестка. Нет. В этом году мне, по-моему, лучше. В этом году мы лучше, ехали, да. Только сидели, все сидели, и все-таки попали почти до ворот. А да. Раньше битком садились не набили. Мы, а мы пешком, да, раньше ходили прямо с перекрестка вон туда, ходили пешком. Жалуются на транспорт, правда, не общественный, а личный, представители православной церкви. Людям не до традиций, пролетают мимо. Это священное место, там наши усопшие лежат, они тишину хотят. Мы к ним сегодня приходим, то есть они нас там ждут. Мы всю Пасху, всю эту светлую седмицу, они к нам приходили, а сейчас они нас ждут там. Поэтому мы чисто приходим и только с ними разговариваем. Они всех, все там собрались с Иисусом Христом вместе. Поэтому я думаю, что нет. Раньше такого не было. Какой-то хаос и шум. Молитвы на могилах все же звучат, и даже на разных языках. Тамара Калачиди пришла проведать супруга. Георгия Ивановича не стало год назад. В советское время заместителя директора ДСААФа знал практически весь Шымкент. Теперь одна супруга – частый гость на его могиле. Сегодня принесла греческие молитвы специально для любимого мужа. Праздник и хороший, и плохой. Ну, такой обычай. Все приезжают, радуются. Говорят, что в этот момент все усопшие на том свете радуются, что они нашли свою вечную жизнь, постоянный дом. Ну, а наш долг здесь их поминать. Только вот поминать правильно не всегда получается. Православную традицию оставлять на погосте пасхальное угощение приватизировали поберушки люля. С протянутой рукой они на кладбище не стоят. Молча подходят и сметают все, что оставляют на могилах шымкенцы. Горожане обижаются и считают такие действия надругательством. На окрики люля внимания не обращает. Женщина постарше раздает молодежи пакеты и отправляет собирать снедь по секторам. Полицейских, которые бы навели порядок, мы на кладбище так и не встретили. На целый день город мертвых превращается в город живых. Сотрудники кладбища говорят, что число могил уже подбирается к 80 тысячам. Ухоженных – половина. В целом горожане считают, что за христианским погостом хороший присмотр. Вы посмотрите, как все стало ухожено, люди ухаживают. Да, нет, за нет, ними. Нет, очень, нет. Очень хороший город. И руководство же, видимо, здесь тоже присматривает за всем за этим. Так что здесь все нормально. Вереница машин будет тянуться на христианское кладбище, пока не наступит темнота. Не спешат расходиться и торговцы цветами. В этом году стоимость гвоздик и роз символическая – от 50 до 100 тенге. Хороший букет сирени можно купить за 300. Кто хочет, чтобы цветы простояли дольше, берут искусственные букеты. Их стоимость начинается от 200 тенге.